Здравствуйте. Это программа «Жизнь замечательных людей». Меня зовут Александр Гаврилов. Мы стараемся разобраться, что такое были подлинные жизни замечательных людей, продраться сквозь напластование выдуманного историками, создателями мифов. И сегодня говорим о такой фигуре, с одной стороны, незыблемой и общеизвестной, а с другой стороны, почти неизвестной вовсе. Русский князь Александр Невский. Великий полководец, ставший святым, красавец-богатырь, обладавший крутостью голубя и мудростью змеи, национальный герой, совершивший подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке, патриот и нравственный человек, ставший православно-государственным культом, властолюбивый и жестокий политик, собственноручно отрезавший носы и выкалывавший глаза, запятнанное солнце земли Суздальской, любимый князь духовенства и небесный покровитель Российской империи, приемный сын Батыя, предавший кровного брата, гениальный дипломат, супермен и символ борьбы с фашистами, истинный представитель века, опередивший свое время на 1000 лет. Имя России, в честь которого названа главная отечественная награда. Последний защитник православия, святой благоверный князь, житие которого продолжают редактировать. Ну вот мы услышали много противоречивого, сформулируем так аккуратно, и попытаемся понять, что из этого правда, что неправда, при помощи моих гостей, двух докторов исторических наук, Андрея Николаевича Сахарова и Игоря Николаевича Данилевского. Здрасте. Для начала очень коротко по тому, что прозвучало. Властолюбивый и жестокий политик, собственноручно отрезавший носы и выкалывавший глаза. Собственноручно нет. Не нет, но этого нет нигде, что он собственноручно это делал. То, что выкалывали, отрезали, было. Приемный сын Батыя, предавший кровного брата. Лев Николаевич Гумилев сослался на своего надежного источника. Это китаец, который ему об этом рассказал в заключении. Ага. Больше этого нигде нет. Хорошо. Гениальный дипломат. Это правильно. Красавец-богатырь, обладавший кротостью голубя и мудростью змеи. 165 сантиметров рост, где-то 166. А каков был из себя, никто не знает. Только вот в этом описании, но оно взято из жития. Про житие еще поговорим отдельно. Вот, собственно, финальная фраза, которая прозвучала. «Святой благоверный князь, житие которого продолжают редактировать». Ну, я не знаю, оно каноническое житие, и кто его редактирует, я, честно говоря, не знаю. Хорошо. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните нам, пожалуйста, задавайте свои вопросы, высказывайте свои соображения. Мне кажется, что фигура князя Александра Невского чрезвычайно интересна и для истории России, и для истории советской пропаганды, и для понимания того, строго говоря, в каком идейном, в каком мифологическом пространстве мы живем. На форуме, на котором мы объявляем заранее тему программы, зрители уже пишут: «Сталин сделал из Невского героя», пишет Маргарита из города Брянск. «Не удивлюсь», пишет Иван из Санкт-Петербурга, «если житие является фальсифицированным или подверглось позднейшей обработке, уж очень Петру был нужен святой покровитель для города на Неве». Господи Боже. Насколько мы можем... Ведь, если я правильно понимаю, житие святого благоверного князя Александра Невского едва ли не единственный источник, по которому мы что-нибудь знаем об этом. Ну почему же не единственный? Летописи... Летописи довольно подробно рассматривают жизнь и деятельность Александра Невского, его деяния, его полководческие свершения, его поездки. Все это есть. Дело все в том, что житие, оно как-то дает окраску определенную, церковно-эмоциональную окраску всем этим деяниям. И когда вы сказали о том, что это была пропаганда, что Сталин сделал из него героя, его не надо было делать героем, его народ сделал героем. Эта фигура легендарная была в народе до Сталина задолго, задолго до советской власти. Эта фигура была действительно общенародная фигура. И, как правило, в своих оценках такого рода народ не обманывается никогда. И редко бывает, чтобы
подлинного злодея, негодяя, мерзавца и прочее, прочее, и не героя. Народ делал своим героем. Народ выбирает для себя обычно человека, который защищает в коренных интересах именно суть народного дела. Хорошо. Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните. Вот для вас Александр Невский герой, защищающий ваше как народное дело. Ну, тут надо Игорь только Владимир. Уточнить да. один момент. О ком мы говорим? Угу. Мы говорим о реальном князе Александре Ярославиче, о святом благоверном князе Александре Невском, который был канонизирован лет через 40 уже после смерти, о том персонаже, которого сделал Петр I, и он стал борцом за выход в Балтийское море, хотя этот выход был, и до 17 века у нас никаких проблем не было. Или это герой, которого мы увидели в фильме, гениальном совершенно фильме Сергея Зильштейна, который был сделан в свое время. То есть это четыре разных это совершенно разные персонажи. В чем принципиальная разница? Принципиальная разница в том, что в одном случае мы имеем дело с человеком своего времени, который действует в рамках своего времени и тех норм, которые вот тогда давайте существуют. Давайте попробуем пробраться туда. Кто был... Вот это, вот, наверное, самое интересное, потому что потом он превращается в единственного защитника православия, как было сказано, это правильно. Для этого были достаточные основания. Затем он превращается уже в героя военного и, наконец, борец с немцами. Уже не со шведами, а с немцами. Петр очень гордился тем, что он построил свою столицу, в общем-то, практически на месте, где состоялась Невская битва. А потом там была построена еще шведская крепость Ланскруна. Вот. А что касается фильма Сергея Зильштейна, это уже, конечно, вот-вот начинается война. Понятно, что вот-вот все начнется. Мне кажется, что тут вот почему я говорю о сталинской пропаганде, да, потому что все-таки вот если мы человека на улице остановим и спросим, что он знает про Александра Невского, во-первых, безусловно, он знает. Да, это одна из самых мощных фигур популярной русской истории. Но, во-вторых, первое, что мы узнаем про него, что он говорил, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Это фраза, которая была написана Павленко для сценария «Русь». Петром Павленко, таким да, советским да, такой был, многотомным писателем. Многотомный писатель, и он хорошие пьесы писал, и сценарий такой написал замечательный, с Эйзенштейном. Я думаю, что смысл фигуры Александра Невского и раньше, и сегодня заключается в том, что эта фигура трагически отразила суть трагической Руси того периода. С востока татары, с северо-запада шведы и немцы, с запада литовцы. Все это навалилось, и он вынужден был решать все эти проблемы. Именно он. И он их решал. Плохо ли, хорошо ли, жестоко или не жестоко, правильно или неправильно, но он их решал, в конце концов. И он эти проблемы решил. В конце концов. И он отстоял русские земли и от шведов, и от немцев, и от литовцев, и сумел договориться с татарами. Сумел договориться с татарами и сумел привести к тому, что при нем практически татары, ну, единожды, может быть, подвергли набегам русской земли. В остальном это был мир. И мир более-менее стабильный. Это было большое достижение. Да. Человека, который провел 4 года своей жизни либо в Орде, либо в Монголии, отстаивали не свои личные, ну и свои личные, конечно, властные интересы, но интересы русского, русской земли, русского народа. Насколько в Монголии все так гладко? В Монголии он, наверное, не отстаивал все-таки интересы. Его туда вызвали, в общем-то, как считали, вызвали для того, чтобы убить. Но на самом деле там решался очень серьезный вопрос внутримонгольский. Потому что передача ярлыка на Великое княжение ему вместо Андрея, так как это дал ему, вернее, великий кан Гуюк, у которого с Батыем были ужасные отношения, двоюродный брат был, они разругались во время венгерского похода. И Батый хотел поставить своего человека и поставил Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, да, его тут же вызвали в Каракорум, и там его отравили, судя по всему, и тут же вызвали его сыновей туда, в Каракорум. Там отстаивать, в общем-то, было нечего. Вот что дали, то и дали. Александру тогда дали Киев, да, и всю русскую землю, а Андрею, младшему брату, дали Великое княжение Владимирское. В общем-то, это для Александра был серьезный удар. И при этом, вот смотрите, смерть их отца, князя Ярослава, она ведь такая, ну...
Ну, такая. Ее описывает Плана Карпини. Он говорит, что якобы после пира, который устраивала великая каанша Туракина, это была мать великого каана Гуюка, тот заболел, вскоре скончался, тело его быстро посинело, и поэтому все говорили о том, что его отравили. Скорее всего, так оно и было. Потому что Гуюк хотел поставить своего человека. Да, и тем не менее Александр едет. Они долго не хотели ехать, потому что, я так понимаю, очень серьезные были сомнения. Они ждали в том, что того же вернуться. Да. Но тем не менее, он все равно едет, и из тех рук, которые. И когда нет, не из тех, потому что пока они приехали, уже скончался Гуюк. Нет, скончался Гуюк, и тогда в Великой Ханше была его вдова Гульгамиш, которая и дала ярлык на великое княжение Андрею. Но как только удалось провернуть там очень сложную интригу, Баты вместе со своим двоюродным братом Минке обвинили Гульгамиш в государственной измене, ее казнили в конце концов, и престол великого кана занимает Минке по договоренности с Батыем, на условиях того, что западное... Таким образом, если Александр, если Александр, несмотря на то, что, ну, во всяком случае, эта правящая династия убил его отца, хотя он, то, что он встроился в эту вот хитрую конструкцию... Он не встроился, его встроили, он ничего не выбирал. То есть не он великий дипломат, а просто его использовали в большой дипломатической игре. Да, и потом Баты отдает ему ярлык на великое княжение, как только они свергают Гульгамиш, и великим каном становится Минке. Баты опять ставит своего человека на северо-востоке. Интересно. У нас есть телефонный звонок. Алло, представьте, пожалуйста, сразу говорите. Здравствуйте, это Роман, вас беспокоит из Волоколамска. Я хотел сказать, что, на мой взгляд, Александр Невский, он не то чтобы герой, а скорее просто, так сказать, хороший дипломат. И храбрецов их всегда было много, а тех, кто умеет себя хорошо и грамотно пиарить и крутить в истории, их было мало. Так вот, мне кажется, Невский, он как раз просто себя здорово распиарил. Спасибо большое. Какой современный взгляд. Что касается дипломата, вы знаете, вот был такой случай, когда он княжил в Новгороде, еще при жизни своего отца, немцы прислали туда посольство и предложили ему совместными силами ударить на Литву. И, ну, немцы или Литва, возрождающееся литовское государство, становящееся, так сказать, по другому Миндовка, да, к своему величию, это враждовали очень сильно, и немцы искали союзников в лице Новгорода, в лице молодого князя Александра Ярославича. Причем Александр Ярославич уклонился, переговоры провел, но от союза с немцами уклонился. Но в то же время не помешал Пскову, так сказать, младшему брату Новгороду, договориться с немцами, да, с тем, чтобы ударить по Литве. Таким образом, он столкнул как бы Псков немцев с литовцами при поддержке Пскова, сам остался в стороне, понимаете? Это была блестящая операция, дипломатическая. Договор Пскова с орденом, он был раньше еще, до того, как Александр стал князем. Но это был факт, это был факт. Это был 1228 год. Совершенно верно. Когда Псков заключает договор с орденом, орден берет на себя... С орденом Тевтонским. Не было тогда Тевтонского ордена здесь. Здесь был орден меченосцев. Это центром в Риге. Тевтонский орден существовал сам по себе, причем он был не такой большой, как может показаться тогда. Вот, псковичи договорились с орденом о том, что орден берет на себя функции защиты Пскова от Новгорода. Потому что несколько походов перед этим, которые совершил Ярослав Всеволодович, они заканчивались тем, что города он не брал, пограбил немножко эти земли и уходил к себе. А когда приходили отряды ордена, то они, естественно, до Новгорода не доходили. Там, в лучшем случае, там, до 30 верст дошли. То да? есть Псков все время страдал. Да. И он сказал, в следующий раз они сказали, не пойдем, потому что вы каждый раз уходите, нам достается. Лучше сами нас перебейте, чем нас будут бить, значит, неверные. Да. И заключают договор. Вот смотрите, и псковичи, они выступают вместе с орденом. Битва под Шауляем, там участвуют 200 псковских бояр. Это 1236 год. Да? Вот на форуме Василий из города Пермь пишет. Кто знает, если бы не Невский, может быть, история нашей страны была бы другой, были бы европейской страной без эха татаро-монгольского ига. Это же очень распространенная такая, ну, публицистическая идея. А откуда она была бы другой страной? Откуда тут взялись крестоносцы бы? Значит, орден меченосцев – это в лучшем случае, да, во время рассвета 100-120 человек. Не очень много.
не очень много, но у каждого еще там по 10, по 15 человек, это значит их окружение. У них основная задача другая, это подчинить себе земли эстов и земли современной Латвии. Местные племена, потому что они там ведут миссионерскую деятельность, то собирают есть, дань. Возможности у князя Александра взять руку, там, не знаю, немцев или ордена и таким образом противостоять. Кого брать? Орден сам в это время, у него голова болит, они просят, чтобы их разбили тевтонами. Есть вот, пример князя Данила Галицкого, который так как-то вышивал между всеми. И что? И что? И что-нибудь изменилось после этого? Нет. Ему никто не помогал. Никто насильное католичество там не вводил, хотя он вел переговоры с Папой Римским, получил императорскую корону даже от Папы Римского. А но сражаться приходилось самому. И так как была Галицко-Волынская Русь православной, так она и осталась. Вообще, странная точка зрения, если бы действительно немцы овладели русской землей, русскими землями северо-западными, и русские земли оказались бы в лоне западной цивилизации, но ведь татары-то никуда не девались, орда существовала, и Русь продолжала оставаться, грубо говоря, татарским улусом, поэтому в принципе ничего бы не изменилось, кроме того, что кроме татарского ига присоединилось бы еще иноземное влияние, иноземное давление со стороны латинского мира и немецкого, шведского мира. Ну, я хотел сказать о другом еще, о том, что вот шведская агрессия и немецкая агрессия, все-таки они протекали под лозунгами крестовыми. Это были крестовые походы. И это доказано уже, так сказать, абсолютно буллами папы и лозунгами шведов и немцев то и так далее. Причем они шли не только против поход для они, того, чтобы... они шли не только против балтов, язычников, против латышей, против литовцев, которые были язычниками, но они шли и против православных, против христиан, которых тоже объявили еретиками, практически язычниками. Это было просто кощунственно. Это было невероятно совершенно. И речь шла не столько о делах религиозных, сколько о делах экспансионистских, о захвате территорий, огромных территорий вокруг Балтийского побережья, Финского залива и так далее, и так далее. Причем это все началось не в 30-е годы, это началось еще в 11 веке, продолжалось при Александре Невском, потом продолжалось и далее при Московском государстве. Это была линия. Александр Невский на какое-то время прервал эту линию, но это была линия абсолютная. Андрей Николаевич, а вы не могли бы привести примеры, когда крестоносцы вторгались на территорию Руси? Когда что? Крестоносцы вторгались на территорию Руси. Ну, вы знаете, на эту тему есть прекрасная книга Шаскольского. Да, которую писал в 1187 году. Совершенно верно. Карелы, подстрекаемые новгородцами, захватили Сигтуну. Такой шведский город. Вы не слышали? Это шведское противоречие. Шведская то есть вторгались или не вторгались? И причем Донецкий? Они сожгли шведскую столицу. Неплохо, так, да? И он говорил, что это самый большой успех наступательной политики Новгорода против Швеции. Наступательной политики, это писал тот же самый Шостаковский. Шведы после этого пытались как-то обезопасить свои территории. Была построена, вернее, укреплена, скажем, такая крепость, как Стокгольм. И несколько раз они пытались выйти на восточный берег Балтики. Ну вот, хорошо. Невская битва, вот, там потом еще строили. Вернувшись к Александру Невскому, да, который все-таки Невский по этой самой Невской. А сыновья его Невские, по этому же поводу, да? Они тоже назывались Невскими. А почему? Откуда это именование берется? Считают, что это были его собственные владения. При Неве? Да. И это его прозвище уже по владению. Потому что сыновья точно не принимали участие в Невской битве. Александру тогда лет 18-20 в лучшем случае. Насколько Невская битва вообще была значительна для истории в действительности? Единственный источник, который описывает нам эту битву, это новгородская первая летопись. Больше ни один источник этого не описывает. То есть вся остальная Русь вообще не заметила факт существования Невской битвы? Абсолютно. Мало того, там строили же потом, я же говорил, построят крепость Ланскруну, да, в 1300 году. Ну и что, шведы ее бросят через год, невозможно жить. Они построят крепость Выборг, русские захватят ее через год. Они не могли закрепиться, даже когда строили крепости.
и оставляли там гарнизоны, небольшие это... гарнизоны, там по 300 человек, но оставляли. Угу. Закрепиться там было невозможно. То есть Невская битва несущественна, она значит. И не могла, эта Невская битва, быть замечена другими русскими землями, потому что шведы были выбиты. Угу. Дело все в том, что это была армия непростая. Угу. Это, по данным летописи, именно во главе этой армии шел зять Карла, и по некоторым дало несколько тысяч человек. Это был флот, это была попытка построить крепость в устье Ижоры и Нарвы. Андрей Николаевич, это то, что мы с вами додумываем, потому что там место, написано «король части римской», место, больше ничего руководителя. Это место было Можно я задам дурацкий вопрос, совсем детский? Почему эта битва есть в учебнике, в школьном учебнике истории? Почему маленький ребенок, входящий в жизнь, должен знать, что Невская битва – это важнейший поворотный момент истории России? Потому что шведы постоянно в течение десятилетий пытались вот на этой территории закрепиться и обеспечить ее за собой, грозя северо-западным русским землям, в первую очередь Новгороду. Вот в конце концов, столицы, и в конце концов в 17 веке, десант, и в конце концов, вы знаете, в 17 веке, в период смуты, и, они... Да, эти, и они все, да, и они пытались угрожать Новгороду, который и потом концов, 17... московские князья закатали просто И в конце концов, в 17 веке, в 17 веке закатали, это правильно, но в 17 веке все эти земли действительно шведы отняли в период смуты. И с большим трудом, эти земли потом возвращались. И, прошло и потом были возвращены только при Петре Первом, понимаете? То есть, поэтому эта Невская битва на какое-то время, вот это движение шведов на эту территорию остановило. И потом шла борьба, откровенная и очень сильная борьба за влияние на финских за финские территории, за территории Йеми, Суми, финских племен. И нельзя себе представлять так. И я не хочу, чтобы меня поняли, будто бы это была агрессия только со стороны шведов. Нет, отнюдь. Это были такие приграничные бои. Новгородцы тоже были не лыком шиты. Они тоже претендовали на финские земли. И очень часто вторгались в эти, на эти территории. За контроль над определенной территорией. Совершенно верно. Это Восточная Прибалтика. Что касается вот этих вот самых страшных замыслов шведов... У нас есть звонок. Алло, здрасте, представьтесь, пожалуйста. Да. Это вас беспокоит Израиль. Я жила в Санкт-Петербурге, и так получилось, что я вынуждена была уехать в Израиль. Я просто хочу сказать вот что. По моему мнению, очень такому, непрофессиональному, мне кажется, что Александр Невский явился как бы предвозвестником той России, которая потом стала великой державой, великим государством. И у меня такое впечатление, что это позволило Екатерине II как-то сказать французскому послу, что Франция делает то, что она может, а Россия делает то, что она хочет. И в этом, по-моему, заслуга. Спасибо большое. Правда или миф? Хорошая точка зрения, конечно. Но если можно, я все-таки завершил бы разговор о Швеции в 1200. Я боюсь, что мы просто сейчас 32 годах... уведем очень от фигуры. Нет, это очень серьезный вопрос. В 30-32 годах был страшный голод в Новгороде и в Пскове. Ага. Страшный город, то есть ели трупы, убивали, занимались каннибализмом, там бог его знает, что было. И вдруг пишет, это новгородская летопись. Того же лета, открыл Бог милосердие свое на нас грешных, сотвори милость свою вскоре, прибегоша немцы из-за моря с житом и мукою, сотвориша много добра, а уже бяши при конце город сий. Это имеется в виду Новгород. Приехали эти самые злобные враги, привезли и хлеб. И накормили голодающих. Тех, кто вымирал. То есть захватить в это время город ничего не стоило. Они их накормили хлебом. Неплохо. Очень ярко, и это показывает нам, что сама, так сказать... Понимаете, отношения были история, немножко другие. Тогда они не чувствовали друг друга такими уж страшными врагами. Потому что у них были стычки, у них были очень непростые отношения, они заключали договоры. И торговые отношения очень раз были постоянно. Да, конечно. Кстати сказать, в той же самой Сигтуне, там был новгородский двор, там была православная церковь. И Александр Невский, кстати сказать, через пару лет после Ледового побоища разрешит строить католическую церковь в Пскове. И получит два письма от Папы Римского в благодарственное. Другой вопрос, построили ее или нет.
Ну, разрешил. Но он разрешил. Да. Он то есть разрешил. Никакого жесткого противостояния латинству, которое так восславляет евразийцы, не было. Кстати говоря, когда были несколько отъездов Александра Невского из Новгорода, в связи, в результате стычек с новгородским боярством, с новгородской господой, объяснялись тем, что он настаивал на превентивных действиях, на походе, на Ригу и так далее, и так далее. И как его отец Ярослав. Новгородцы не хотели, потому что их связывали не только вот эта опасность со стороны немцев, но и постоянные торговые отношения. Так что эта ситуация была намного сложнее, противоречивее, чем мы себе представляем. А вот то, что сказал наша зрительница из Израиля, да, что вот Александр Невский – провозвестник той великой России, которая делает, что хочет. Его сделали потом провозвестником Великой России. Я думаю, об этом речи не было. Красивая фигура, да. А так речи в его время, речи об этом не было, конечно. Хорошо. То есть вы тоже считаете, что князя Александра сделали вот образом провозвестником? Я думаю, что это сделали те, кто хочет в их понимании видеть Великую Россию. Но ничего подобного в Александре Невском не было и быть не могло время. Конечно. Это миф, который необходимо, по-моему, как-то Я доволен, тут мы хотя бы сделали первый прокол. Свои исторические рамки. Сейчас мы пустимся в смелый противонаучный эксперимент. Лаборатория Spirit.net в Санкт-Петербурге пытается выйти на связь с матрицей сознания. Такой информационной матрицей, здесь больше, мне кажется, работающей с мифом, чем с подлинной историей. Сейчас посмотрим. Лаборатория, вам слово. Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня у нас на связи великий и непобедимый Александр Невский. Александр Ярославович, современные ученые считают, что Невская битва не была значительным событием. Скажите, сколько же противников шведов полегло в этом бою? Знаю, что, Григорий, я тебе скажу. Коли разбойные люди ворвутся в дом ваш и станут поругать седины отца вашего, унижать жену, детей пленять, топтать иконы православные, станете вы считать, сколько их полегло? Нет, вряд ли. Вот, и мы им счет не вели. И это важно. Важнее, что дух русский нетронутым сберегли, хоть и тело захомутали. А еще говорят, что, возможно, при католиках нам жилось бы лучше, что вы якобы неправильно поступили, передумав и изгнав их, хотя и в переговоры вступали. Может, зря захомутали-то? Что? Да как ты смеешь, смерть, русскую душу продать? Да мы косми легли, чтобы мы собаки на родном языке говорили. Студия, спасайте. Здесь большие проблемы со связью. Спасибо. Насколько этот Невский Невский? Трудно сказать. Во всяком случае. Какой из четырех Невских, которых вы обозначили, вот это с нами разговаривает? Это, пожалуй, второй. Святой благоверный князь. Хотя и он не совсем такой, потому что Александр Ярославич, я еще раз повторяю, он человек был достаточно жесткий, это очевидно совершенно, но без каких-то крайностей таких уж. Вот. Что касается Невской битвы, сколько там полегло шведов, да кто ж его знает? Еще раз повторяю, один источник. А вот то, что большая часть была перебита на другом берегу Ижора, где Александрову полку непроходно было, об этом мы можем... А кто там? А вот ангелы Божьи побили. Это, правда, тоже цитата. А что касается потерь русских, это очень важный момент. Новгородцы и ладожане, и Жора, вернее, там погибло человек 20, написано, а может, меньше, бог весть. Своих посчитать даже не смогли. Интересно. Но масштабы понятны. Да, это нападение было внезапное, неожиданное. 20 человек для неожиданного нападения это было довольно много. Но шведов полегло там действительно большое количество. И очень много раненых рыцарей отволокли на корабли. Корабли отчалили и ушли. И многих не сумели поднять с земли. И так они остались лежать. Нет. Там сказали, что выкопали большую яму, наметали доверху трупов. А лучших мужей погрузили на два корабля. Потом появились три корабля, которые вышли в море и там затонули. Но еще раз повторяю, большая часть погибла на противоположном берегу Ижора. Да.
Потом неожиданное нападение. Есть версия, что там, что за ангелы божии там на том берегу. Может быть, племена. У нас неправильное представление о масштабах битв. Мы привыкли к Сталинградской битве. Ну да, да. Конечно. После Курской другие страны мерить меньше. И потом само слово битва, понимаете, смущает. Скажем, о ледовом побоище есть сведения о том, что полегло 500 рыцарей. 500 рыцарей – это очень много, это колоссальная цифра. Это в 5 раз больше, чем их было. Да, колоссальная цифра. Вот, поэтому надо все соизмерять это опять-таки с количеством населения. Ссылаемся на летопись. Да, вот, Игорь Николаевич говорит, что в Ордене было 100-120, да? Это в период рассвета, это не был период рассвета, потому что 1236 год половина Ордена была выбита литовцами. Это значит человек 60. Да. Из 60 рыцарей погибло 500. Но там рыцарей не было как таковых, потому что Александр Ярославич вторгся в земли дорпатского епископа. У ордена были очень сложные отношения с 5 епископскими кафедрами, которые были, с папой римским, со шведами, с датчанами, с Русью, с Литвой. Голова болела по многим поводам. И Александр вторгся в пределы дорпатского епископа. Это, извините, совершенно другая картинка, потому что это не рыцари как таковые, хотя рыцари, видимо, там принимали участие, но, скорее всего, как пишут специалисты, в пику тевтонам, которые их подбивали на то, чтобы пойти на Литву. А на Литву они больше не хотели ходить. Понятно. Что касается, вот этого внезапного нападения, мы с вами ведь забываем, что расстояние от Новгорода до современного Санкт-Петербурга, да, это по прямой 160 километров. Значит, по пересеченной местности это порядка 200 километров. Чтобы весть перешла в Новгород, чтобы из Новгорода вышло войско, это около месяца. Вот через месяц совершенно внезапно напали на шведов, которые за месяц никак не укрепили свой лагерь. Это нормально? Ну, какая-то таинственная история. Чего ты нам явно не договариваешь. Здорово хотели, видимо, захватить русские земли. Вот как сели, так месяц там просидели. У нас есть телефонный звонок. Алло, здрасте, представьте, пожалуйста, сразу задавайте вопрос. Добрый день, Александра, Рязань. Скажите, Александр Невский пошел на встречу по желаниям Золотой Орды. Но неужели нельзя было отразить их натиск? Ведь не было бы тогда и татаро-монгольского, и, может быть, не было бы того, что сейчас варится на Урске. Очень плохо слышно. Ну, спрашивает о том, что не мог ли он отразить натиск монголов. Ну, какой там? Монголы подчинили себе территория Великой Монгольской империи в период рассвета, это при хане Угэдэе, она раза в 2,5, в 3 больше, чем Союз Советских Социалистических Республик. Их никто не смог остановить. Ни она в Венгрии, ни в Польше, Китай, ни в Болгарии, ни в Китае. Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Северная Африка. Готовились к отражению монгольского десанта в Италии. Готовились в Англии к отражению монгольского десанта. Они дошли до Вены. Ни одной битвы не проиграли. Они дошли до Далмации. Да. Только на далматских берегах они повернули обратно. И если бы не смерть Угэдэя, великого кана, неизвестно, чем бы это все кончилось. То есть отношения были примерно такие, вот как если бы, ну, не знаю, ну, с другой стороны, вот Финляндия отбилась же в Советско-финскую войну от немножко, довольно большого противника. Это немножко другой разговор, потому что тут речь уже идет о вооружении. Кстати сказать, у монголов было лучшее вооружение, чем в Западной Европе даже. Вот, и чем в Китае. Они использовали все лучшее из того, что они находили. Потрясающая техника. Колоссальные чугунолитейные заводы в Каракоруме. То, что мы назвали бы КБ, они разработали лучшее вооружение оборонительное и наступательное для того времени. Потрясающая всю китайскую технику они взяли наступательную. Китайскую. Все летательное орудие. Ближний Восток весь. Это фантастика просто то, что они делали. Понимаете? Китайские плюс к этому инженеры. Творчески использовали. Они, извините, там те же самые камнеметные машины, скажем, когда осаждали Кафу, они использовали для того, чтобы забрасывать трупы павших воинов в город. Город взять не смогли, но город... Там началась чумная эпидемия. Жители Кафы бежали. Нет, они не вымерли. Они вырубили треть Европы, потому что они уехали к себе домой и принесли туда черную смерть. Это привет от Великомонгольской империи. И потом, когда татары наступали на русскую землю, это был 37-38 год, Александру Невскому было в это время 16 лет, потом 17 лет. Да даже если бы ему 50, это он ничего бы не смог это был сделать. Молодой человек, он княжил в Новгороде, и всем заправлял его отец Ярослав, который мог участвовать в битве при Сите и мог помочь своему брату Юрию Всеволодовичу, но не помог по причинам нам неизвестным, понимаете? Но по причинам, опять-таки, нам неизвестным, и Новгород был вне
агрессии татаро-монголов Батый не пошел на Новгород. Вот эта ситуация довольно странная, она до сих пор необъяснима. И ученые не могут объяснить, почему это было. Ну, у меня есть своя версия, но я не хотел бы ее сегодня... А почему? Это интересно. Ну, вы понимаете, в чем дело. Я думаю, что 1938 год, значит, во главе русского войска Юрий Всеволодович, великий князь, следующий за ним идет Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. Я не думаю, что здесь была какая-то, так сказать, зависть, вражда, но какой-то расчет, возможно, и был. Возможно, и был. Во всяком случае, Ярослав Всеволодович, это отец Александра Невского, свою рать на решающее сражение не прислал. И таким образом они, как да, Швейцария, они оказались, да, вышли и новгородцы оказались в стороне, понимаете? У нас есть... Батый Новгород пощадил. То есть с этого момента начались особые отношения между Ордой и между Новгородом, между Батыем и позднее... Но при этом нужно понимать, что позднее, это не, все-таки не отношения равноправных противников. Да? И Александром Невским. Когда мы говорим о... Это была колоссальная машина, которая была направлена только на одну. И крошечная захват, поместная и практически республика. Никто не мог оказать... Хорошо, у нас есть на связи еще один историк, Антон Анатольевич Горский, профессор МГУ, историк. Здрасте, Антон Анатольевич. Здравствуйте. Что же касается подчинения власти завоевателей монгольских ханов, то фактически оно произошло еще до того, как Александр вышел на первые роли, то есть еще в правление его отца и других князей, вот его именно поколения. И вот те события, которые имели место в конце 1250-х годов, перепись населения в Северо-Восточной Руси, который вынужден был участвовать Александр. Это, в общем, был уже определенный только этап регулирования отношений зависимости, которые в основных своих чертах уже были русскими князьями, всеми признаны более ранние люди. Спасибо. Кюстин писал: Александр Невский – образец осторожности. Он не был мучеником ни за веру, ни за благородные чувства. Национальная церковь канонизировала этого государя более мудрого, чем героического. Но ведь в том, чтобы понимаете, сохранить свою... Я думаю, свою... что это правильно, потому что действительно он был очень осторожен. И вот еще одну вещь мы забываем. Он был очень морален в некоторых вопросах. В некоторых вопросах был очень жестким. И о моральном состоянии политики, да, компромиссы допускал, но в то же время он был в каких-то вопросах очень морален. Например, в отношении своего брата Андрея, в отношении своего сына Василия. Когда Андрей поднял восстание и потом бежал, куда бежал? В Швецию бежал. И в конце концов Александр Невский добился того, что Андрей вернулся. Он его простил, он ему дал удел, какие-то земли, он его отмолил. У кого? У Батыя. Выпросил прощения и, в конце концов, реабилитировал своего брата. И Василия, который в Новгороде тоже... То есть вот это Андрей очень часто звучащий... Это ведь тоже то, что мы додумываем, потому вы что знаете, нам известно это... только нет, одно. Вы знаете, мы не думаем. Это есть в источниках житие, этого это нет. Есть в других фактах. Нет, в источниках этого нет, потому что житие все-таки поздний источник. Единственное, на что мы можем опираться, это та информация, которая подкрепляется независимыми друг совершенно от друга источниками. Совершенно верно. Но эти факты существуют. Василий возглавил новгородское недовольство. Один раз его выгнали новгородцы. Василий получил потом... Василия. Василия новгородцы выгнали, Александр подавил восстание. Да, потом подавил Василий восстание. Примкнул к новгородцам, когда было восстание как раз против переписи. Но восстание против переписи – это особый разговор, потому что восставали они... Давайте очень коротко. Не против переписи, а против... От имени кого была перепись, почему восставали, перепись что это было такое? Лица монголов, это при хане Менке. Была проведена, как сказать, всесоюзная перепись, да, Великой Монгольской империи, причем перепись очень мягкая. Исключались дети, исключались инвалиды, старики, исключались дети, служители церкви всех конфессий, которые вообще существовали, они подробно перечислялись. Вот. Но это было плохо, потому что вообще Библия запрещает переписывать. В свое время была история с Давидом, очень неприятная, когда потом либо, значит, голод, либо нашествие иноплеменников, либо моровое поветрие. И, кстати сказать, новгородский летописец, который описывает то, что перепись была проведена после того, как Александр подавил восстание, ударили ранние морозы, но Бог все-таки...
То есть, вот я хочу сказать только, знаете, что вот Андрей в свое время оттеснил его от власти, взял на себя титул великого князя. Андрей Николаевич, Андрей оттеснил. И тем не менее, его в решающий момент, из Каракорума. Когда Андрей действительно пал, Андрей, Александр не мстил его, не додавил его до конца. Он его прикрыл, и он его отмолил, он его спас. Вы знаете, Андрей, о чем это говорит? Для политика это большой шаг, это серьезный моральный шаг. И вот это очень важно. Тут, я думаю, отношения все-таки были другие, потому что Андрей просто посадил великий Каан. Ну, он, слушайте, вот представьте себе даже какую-нибудь маленькую контору, в которой одного человека назначили начальником, а потом другого А потом Баты назначает своего. Когда он приезжает, его встречает брат, у которого тоже ярлык на великое княжение. Александр мог свести счеты, использовать мог это дело. Ну, не свели счеты. Жену просто убили, детей отдали в плен, а так счеты не сводили. А Андрей бежал. Он этого не делает. Андрей бежал, они заключили союз, попытались, значит, как-то отражать монгольское владычество, но это все не удалось. А отношения были нормальные, потому что родственники, они и есть. Родственники, да, он не мстил. Он не мстил. Он не мстил. Это важно, на самом деле, для политиков этого времени. В борьбе за власть нет родственников. Вот именно. Насчет того, что отмолил, это вопрос сложный. И уж история русских князей доказывает это в высочайшей степени. Убить брата просто походя, потому что мешал дороге к княжению, да, это обычная история. Понимаете, отмаливать было не обязательно, потому что, скажем, более поздняя история, когда Юрий Московский и Михаил Тверской спорят за ярлык на великое княжение. Михаил получает этот ярлык. Юрий обвиняет его в том, что все не так, он убил сестру великого, хана, да, узбека. Он обвиняет его в том, что тот не всю дань выплачивал. Его вызывают в Орду. Год проходит в Орде, в конце концов убивает его Юрий Московский, а ярлык на великое княжение дают сыну Михаила Тверского. Кто отмаливал этого сына Михаила Тверского? Да никто. Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Алло, здрасте. Представьтесь, пожалуйста, сразу говорите. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Правда ли, что его отравили? Кто и, собственно, зачем? Хороший вопрос. Правда ли, что его отравили? Кто и зачем? Вы знаете, его вызвали в Орду в 1263 году, по-моему, если мне память не изменяет, с тем, чтобы заставить его привести военный контингент русских войск и отправить его в Иран. Это хан Берке, тогдашний владыка Орды. И приехал туда, значит, Александр Невский, отмаливать своих воинов, но одновременно послал их в Прибалтику. И ни одного воина не дал. И вот эта торговля, он спасал русских людей от того, чтобы... Ну, даже, конечно, поход в Иран, это нелегкое дело. Нет, нелегкое дело. Ну, и вот он вернулся из Орды уже больным человеком. А ему было сколько? Ему было 43 года. Давайте мы сейчас посмотрим короткий сюжет вообще, о смерти. То, что его отравили, это, конечно, сложно сказать, потому что он до Городца доехал. Посмотрим сюжет о смерти. Это полтора месяца, и потом помер. Ну, он доехал только до Городца. Ну, до Городца ехать от сара, извините, это пара месяцев точно. Ну, да. Хороший яд, видно, дали. Хорошо, не быстрый. Яд, не быстрый. Может быть, не быстрый. Да. Да. Давайте сюжет о смерти великого князя, а потом продолжим этот разговор. Одна из самых любопытных гипотез гласит, что великий князь умер от стресса. Бесконечные, полные опасности поездки в Орду подкосили в первую очередь душевное здоровье Александра. Тело его будто бы в самом деле хранил Бог. Отовсюду он выходил невредимым. Но душа, сопереживающая каждому ближнему, бесконечно страдала. Князь пробыл в Орде более года. Наконец, хан позволил ему вернуться домой. Приехав в Нижний, внезапно Александр так ослабел, что не смог ехать дальше. Немного оправившись, он продолжал путь, но сумел добраться только до Городца. Стояла глубокая осень, середина ноября. Невский почувствовал, что умирает. По обычаю того времени он прошел постриг в иночество и принял схиму с именем Алексия. Перед кончиной инок Алексий призвал к себе приближенных и простился с каждым. Всем от бояр до простых людей он дал последнее благословение и еле слышно попросил у всех прощения. Причастившись в последний раз, великий князь Александр Невский умер. Это случилось 14 ноября 1263 года. Тело его доставили ко Владимиру через Стародуб,
и народ вышел встречать любимого князя в сильный мороз. Во время погребения, когда тело было положено в раку, его руку пытались разжать, чтобы вложить духовную грамоту. Легенда гласит, якобы Александр восстал из гроба и взял грамоту. После этого чудесного события многие стали молиться новому святому, и многие молитвы были услышаны. Ну вот это Невский уже такой явно от второго к третьему, да? Городец это сейчас территориально где? Это 40 километров от Нижнего Новгорода, вверх по Волге. Вверх по Волге, это, ну, практически это пригород тогда был Нижнего Новгорода. Ну, вот почему? Там своего... Это было самостоятельное княжество, довольно сильная крепость в то время. Во всяком случае, это достаточно далеко от Сарая. Понимаете, вот когда такие сюжеты вообще возникают, тут возникает очень большая сложность, потому что, как написал один из такой есть, труд апологетический, святый благоверный великий князь Александр Ярославич Невский, подробное жизнеописание с рисунками, планами и картами, такой Хитров, в конце 19 века написал. Он написал очень точную вещь. Он сказал, что источники 12-13 веков чрезвычайно сухи и лаконичны. И поэтому, чтобы восстановить его биографию, единственное средство сколько-нибудь помочь горю, это самому автору проникнуться глубоким благоговением и любовью к предмету изображения и чутьем сердца угадать то, на что не дают ответы соображения рассудка. Мы очень многое берем именно из этого источника. Действительно, источники, которые надежны, летописи, та же самая житийная повесть, в которой есть любопытные всякие детали, не позволяют нам такую красивую картину выстроить, большую. Вот через 40 лет после кончины князя пишется это самое «Житие». Да? Я его нарочно перечитывал, готовясь к программе. Это, конечно, удивительно. Это потрясающее текст, произведение. Потому что, понятно, какой умный и изворотливый ритор его писал, да, и при этом понятно, как мало мы можем из этого текста узнать об историческом Александре, и как мало было интереса у автора этого текста к историческому Александру Ярославичу. А его больше волнует другое дело. Понимаете, ведь, я еще раз повторяю, канонизировали Александра как святого благоверного князя. Угу. Не как мученика, не как воина, а именно как святого благоверного князя. Почему? Что это вообще за момент? Момент невероятно сложный. 1204 год крестоносцы захватили Константинополь. Да? Константинопольский патриарх и византийский император подписывают унию с папой, признавая его верховенство. Данила Романович Галицкий ведет переговоры с папой, принимает от него корону императорскую. То есть тут явный совершенно ход навстречу католикам. Псковичи вместе с католиками сражаются против Литвы. И в новгородской первой летописи написано, ну вот Бог, к сожалению, по грехам нашим позволил этим безбожным, поганым Литве разбить нас. То есть они не разделяют себя даже с католиками. Крестоносцами, да, с католиками. Александр Ярославич здесь исключение, потому что он единственный, кто отказывается принимать католичество, хотя ему было сделано предложение такое, причем папа ссылается на опыт отца его, Ярослава Всеволодовича, который якобы принял католичество перед смертью. Ну, высказывается перед смертью такая... в Орде принял католичество. Дело в том, что там был папский нунций. Ага, там был папский нунций, который, видимо, и доложил, что ему это удалось. Принял он или нет, это вопрос очень большой. Это фантазия. Понимаете? Фантазии тут много всяких. Но папа пишет, что тот принял католичество, Александр отказывается. Это четко совершенно проходит по нескольким источникам. И он оказывается в мире, в православном, единственным светским правителем, кто до конца жизни отстаивает идеалы православия. Не поступается принципами. Понимаете? И это, конечно, великое дело. Вот у нас на связи Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, критик, а также писатель-фантаст. Дмитрий? Здравствуйте. На мой взгляд, нельзя забывать того, что это в первую очередь не великий полководец и не великий правитель, а православный святой. Все, что он совершал, выходил на бой со своими дружинами, выстраивал какую-то политику. Все это проходило под знаком Христовой веры. Вот это основное, вот это стержень. Все то доброе, что он оставил России,
связанное с тем, что он был хорошим христианином, прежде всего. Спасибо большое. Вот это еще подтверждение, да? А то, что он разрешил строить католический храм, как мне объяснил настоятель храма святого благоверного князя Александра Ярославича Примгимо, отец Игорь. Примгимо есть, да, храм, да, есть такой храм. Потому что Александра Невского хотели сделать своим патрональным святым и МИД, и ФСБ. Я не знаю, кто из них выиграл этот спор, но было в свое время такое дело. Он мне сказал, это говорит о том, что он правильно воцерковленный православный христианин. Ну, строго это... говоря, да, ведь, так сказать, конфессиональные он оставляет, споры... Он оставляет дело, да, право выбора. Кстати, говоря, у нас есть телефонный звонок, даже говорят вроде бы два. Алло, здрасте, представьтесь, пожалуйста, сразу задавайте вопрос, дорого время. Алло. Алло. Вы в эфире, только говорите громче. Добрый день. Не всегда можно обсуждать действия человека с нашей точки зрения. Было другое время, более жестокое время. Конечно. Самое главное, что он пришел к какому результату. Ведь цель иногда, цель оправдывает средства. И не надо забывать о том, что просто так святыми никого никогда не признавали. Очень внимательно смотрели на то, когда канонизировать человека. И если он канонизирован, то о чем мы можем говорить? Спасибо, спасибо. О чем можно говорить, если он канонизирован? О святом нечего больше говорить. А об Александре Ярославиче мне еще можно? Хочется вот одну, ну, да, одну черту Невского отметить. Об этом мы не говорили, и вообще об этом мало говорят. Говорят о том, что он был там с Батыем хорош, там он и компромиссы с татарами допускал и прочее, прочее. Но когда появилась возможность поднять русских людей против татар, он это сделал. Когда между Ордой и Каракорумом в 50-е годы начался разлад между Берке и Великим ханом, и когда вот этот разлад дошел до Руси, и когда в это время русские города отказались платить дань, по-моему, дань, да, Каракоруму повышенную, который Берке, Орда не участвовала в этом деле, и когда люди поднялись в Твери, в Ростове и так далее, и так далее, Александр Невский всячески поощрял вот это недовольство, всячески тайно поощрял. То есть он был в душе человеком глубоко патриотическим и антитатарски настроенным. И вот это тоже очень важный момент. В его деятельности дипломатической, в его деятельности патриотической, об этом тоже надо помнить. И это отмечено в летописях. Вот очень хороший был такой заход насчет того, что мы не можем характеризовать и оценивать Александра Невского с позиции нашего времени. Он жил в своем времени. Совершенно верно. Поэтому называть его героем, называть его предателем, коллаборационистом мы не можем. Он жил так, как он мог. Он отразил жить свое время со всеми, да, сложностями, он трудностями. Он не совершал, конечно, никакого исторического выбора между Востоком и Западом, между Азией и Европой. Его выбирали, он делал свое дело. Насколько хорошо? Ну, наверное, вполне прилично, потому что действительно ничего страшного в это время не происходило. То, что в этой ситуации, которую вот сейчас мы довольно, мне кажется, так картинно описали, с одной стороны, огромное чудище Великой Орды, жуткое, всесильное абсолютно, с лучшим вооружением в мире, с лучшими, с наибольшей армией в мире, по численности. С организацией. С лучшей организацией, с блистательной у китайцев позаимствованной экономической моделью. С потрясающими моделью, полководцами. С великими полководцами. Огромная, огромная эта мощь Орды с одной стороны. С другой стороны, некоторая, в тот момент еще не слишком агрессивная Швеция, но уже довольно энергичная. Ну, лучше сказать, борьба вот в то же самое время идет, ну, да, борьба за сферу экономического влияния, да, 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 в Прибалтике. Да. И это его занимает очень и серьезно. В этой и поднимающейся великая, поднимающейся великая Литва в это время, да, да, с, да, Миндовском, конечно, понимаете? Конечно, то, конечно, что надо иметь в виду. И в этой ситуации исторически Александр Ярославич находит каждый раз возможности, где-то политические, где-то военные, где-то дипломатические. Так или иначе, выкраивать независимость своих территорий. Ну, независимость, это сильно сказано. Она как была зависимая, так и осталась зависимой. Ну, культурную независимость. А культурная независимость, это тоже, она так и осталась. Собственно говоря, культуру как можно зависеть от кого-нибудь?
Она была зависима, но была своя династия, своя денежная система. Конечно, насильной монголизацией, так сказать, никто не занимался никогда и нигде. Насильного католичивания физически не могло быть. Опасность была скорее со стороны Литвы, потому что действительно это очень серьезное было княжество. И если мы посмотрим Великое княжество Литовское, во сколько раз оно будет больше Великого княжества Тверского, Новгородской республики, Великого княжества Московского. Это колоссальное было государство, в конце концов. Вот эта вот опасность была гораздо более серьезной. Причем оно было в основе своей русской государства. Да. 90% там были русские люди, понимаете? 90% русскоеязычное население, православные. Да. Они очень спокойно относятся к вопросам вообще. Литовско-русское веры. Государство. У нас еще один телефонный звонок. Алло, здрасте, представьтесь, очень долго время, говорите сразу. Алло, алло. Здравствуйте, я звоню из Израиля, я экскурсовод в Израиле, часто использую в своих рассказах о том, что когда сюда пришел хан Хулагу, то при приглашении ордена тамплиеров и других крестоносцев после, к сожалению, поражения, они отправились в Орду, и там Александр Невский встречался лично с магистром ордена тамплиеров. Есть даже такие данные о том, что магистр ордена тамплиеров был крестным младшего его сына Даниила. Ну и вообще отношение князя Александра Невского к исламу, вообще его связи с именно вот это его часть деятельности. Ага. Никаких источников такого рода я вообще не знаю. Может быть, просто в силу своей необразованности. А что касается ислама, тут ислам пока далеко-далеко за пределами. Ну да, и Орда ведь не земель, была, Орда не была исламской. Нет, это уже хан Узбек примет ислам в качестве государственной религии. Это уже 14 век. Они очень были веротерпимы, монголы. Это, кстати сказать, помогало им завоевывать эти территории. Да. Когда Сартак был православным, когда кстати, хана... Да? Это да. Когда хана... Слушайте, а вот эта прекрасная история про то, что Сартак с Александром там братались. А и... вот это вот как раз история Льва Николаевича Гумилева. Ее выдумал Лев Николаевич Гумилев, это пятый Александр Невский. Это пятый Александр Невский. Хорошо, да, простите. Я просто хотел сказать, что когда хана Менгу, монгольского хана Великого, спросили, почему он допускает и православие, и мусульманство, и иудаизм, он сказал, что это нормально, потому что Бог, религия разная, Бог один. Ага. Это кстати, сказать, его мать тоже была православной. Да. Менгу. Мать Менгу? Да. Ну, в общем, конечно, когда сегодня зрительница сказала, что мы не можем судить о тех временах с наших позиций, да, мы должны понимать, что эти были времена существенно более сложно устроенные и мелкодробно... И чуть-чуть по-другому, чем мы это себе хорошо представляем. Хорошо, вот у нас есть примерно 4, чуть меньше, 3 минуты на то, чтобы... каждому сформулировать две вещи. Что из того, что мы знаем об Александре, нам стоит забыть, а что, напротив, запомнить натвердо? Александр Николаевич. Я думаю, надо забыть все пафосные, эмоционально-религиозные, как это ни странно, оценки и оставить те прагматические, сугубо исторически оправданные вещи, который действительно возвеличивает этого человека эпохи противоречивой и его самого как человека очень противоречивого, отражающего это противоречие эпохи. Да, спасибо. Полностью согласен с Андреем Николаевичем. Я бы хотел, чтобы запомнилось навсегда, что единственное, откуда мы берем эту информацию, это источники. Прежде всего, новгородская первая летопись и псковские летописи, которые писались на основе новгородской первой летописи. А забыть желательно было бы то, что Александр совершил якобы исторический выбор между Востоком и Западом, между Азией и Европой. Он такого выбора не совершал. Он оказался в той ситуации, когда... Так сложилась ситуация. А выбор был сделан раньше, позже, но не им. Но все-таки герой или не герой? Это выдающийся деятель своего времени. О, замечательная формулировка. Не герой, не коллаборационист, а выдающийся деятель своего времени. Спасибо Андрею Николаевичу. Хорошо. Вот на форуме сегодня появлялась там какая-то из зрительниц со словами «историки и те же писатели все навыдумывают, а мы потом верь». Вот Андрей Николаевич сегодня продемонстрировал настоящие качества историка, такую мудрость в обращении с историческими реалиями. Герой, не герой, крупный деятель.
правильно. Какое время, такой и деятель. Мы говорили сегодня о очень яркой фигуре русской истории. И князе, который прожил свою очень трудную жизнь в очень трудное время, принимая очень трудные решения, и фигуре русской государственной мифологии, которая переиспользовалась затем многими и государями, и советским режимом для того, чтобы опереться в историческом прошлом на эту фигуру. Всякий раз, когда возникали какие-нибудь разговоры о выборе между Востоком и Западом, о отношениях с северными соседями, о внутренней душевной работе с ордынским следом в истории России, князь Александр так или иначе всякий раз появляется на авансцене русской истории. Это значит, что что-то в нем было. Он наш герой, вот такой, какая у нас есть история. Рад буду, если то, что мы сегодня говорили, немножко прояснило этого человека. Это была «Жизнь замечательных людей». Смотрите нас каждое воскресенье.